Ровно 2 недели осталось до начала учебного года. Успеть собрать ребенка в школу – в эти дни задача номер один для 1000 челнинских родителей. Особое внимание детям из неблагополучных семей. А дети обуть будущих первоклашек решили работники предприятия «Набережно-Челнинские электрические сети» в рамках республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В этом году впервые переступят школьный порог 13 воспитанников социально-реабилитационного центра «Афылтаж». В этом году работниками предприятия была собрана сумма 74 750 рублей. И вот, как вы видите, сейчас на эту сумму одеваем наших первоклашек. На оставшуюся там планируется приобрести компьютер. За нами закрепили коррекционный центр «Асфальтаж». Всего на данный момент в акции «Помоги собраться в школу», курируемой местным отделением «Единой России», приняли участие более 10 челнинских организаций. В этом году для всех будущих первоклассников коррекционных школ города приготовлены сертификаты на сумму 2000 рублей. По ним родители и дети сами смогут выбрать необходимые школьные принадлежности. Несовершеннолетним воспитанникам реабилитационного центра «Асфальтаж» вместо папы и мам помогают сделать правильный выбор педагоги. А вы знаете, как дети радуются, как им это настроение поднимает? Вообще, вы посмотрите, они же сегодня свои бежали там, как мальчики себе галстуки выбирали, это просто нужно было увидеть. Для них это какое счастье, это в первую очередь для нас важно, чтобы нашим детям не лишать их все-таки детства и этой радости. Потому что в семьях, ну, они обделены этим.